Здравствуйте, с вами снова. Я сегодня покажу вам, как можно так сказать, заполнить или заправить аккумулятор. Вот. Сейчас таких аккумуляторов, кстати, уже не так уж и много. Вот. То есть они как бы еще имеются в продаже, но их уже осталось не так уж и много, в принципе. Вот. Что нам понадобится, соответственно? Нам понадобится сам аккумулятор и купленный вами в магазине электролит. И, соответственно, понадобится то, чем мы все это будем дело заправлять. Это будет шприц. Либо есть специальные штуки такие, чтобы вот эту крышку вот снимать и отдельно в каждый столбик заполнять. Но мы будем заполнять шприцом. Вот. Так, сейчас я кое-что пойду сделаю и продолжу. Я решил все-таки взять новый шприц в упаковке, так как он хотя бы тупо чистый. Вот. Снимаем заглушку. Открываем бутылочку. Аккуратненько, иначе можно получить химический ожог при попадании на кожу. Похуй, пусть так будет. Сначала попробуем с иголочкой. Ну вот и вот так вот, короче, аккуратненько.